В национальном проекте здравоохранения профилактическим медицинским осмотром отведено важное место. Благодаря диспансеризации можно не только обнаружить, но и предупредить развитие опасных заболеваний, сохранить здоровье, заранее определиться с профилактикой. В 2019 году в Кузбассе диспансеризацию и профосмотры проводили 59 медицинских организаций, государственных и частных форм собственности. В составе медорганизации диспансерные осмотры проводили 79 кабинетов медпрофилактики, 14 отделений медицинской профилактики, 11 центров здоровья. Работала 21 выездная медицинская бригада в сельских отдаленных территориях. За 2019 год диспансеризацию и профилактические медосмотры прошли 1 миллион 102 тысячи человек. Мобильными медицинскими бригадами осмотрено более 16 тысяч жителей региона. По результатам диспансеризации впервые выявлено 11 352 случая гипертонической болезни, 1151 сахарного диабета, 209 случаев глаукомы, 352 случая язвы желудка и 12 перстной кишки, 14 туберкулеза, 369 случаев злокачественных новообразований. В 2020 году диспансеризацию должны пройти 1 миллион 100 тысяч человек. Если в ходе профосмотра возникают подозрения на серьезные болезни, то пациента направляют на дополнительные исследования к специалистам.